Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, забираем свои ежедневные награды за Лигу Сёгунов 3 звезды. И сейчас мы, кстати, с тобой глянем. Скинули меня? Ох, ёлки ты палки, обалдеть, друзья мои. Меня скинули до Лиги Самураев 3 звезды. Опупеть. И буквально не поиграл. Сколько? Сутки, да? Где-то сутки не поиграл, и меня сбросили очень сильно. Ладно, давай, наверное, выполним пока задание с тобой. Пройти серию испытаний. Дальше нам нужно будет сразиться в боях. Открыть колоду и прочее, прочее, прочее. Так, колоду открываем. И смотрим. И опять паукус. Вот заметь, который раз подряд нам выпадает именно паукус. Если не соврать, наверное, пятый раз. Хотя я, наверное, заблуждаюсь. Но не имеет значения, все равно он очень часто нам выпадает. Так, ладно, давай поднимем уровень персонажа, если у нас мутагена хватит, конечно, на это все дело. Хватит, 17 тысяч у нас есть, поэтому давай, наверное, сделаем с тобой следующее. Вот, Микеланджело оригинальный хочет получить 45 уровень. Хочет? Хочет, даже 46, вот так вот. Замечательно, забираем награду. Так, ну что, теперь пойдем искать на нашу карайку нужные нам элементы. Так, прокачиваем до пятой ступени. Для этого нам нужно 5 кукол Дарума. Ну, давай попробуем. Здесь не попало. Так, одна кукла есть. Только лишь одна, нам нужно еще 4. Так, остается 3. Ну, давай, 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 не жмись. 2. Так, мутаген. Ага. И последнюю куклу. Да елки-палки, комиксы, всякая ерунда. Телепорт. Все. И как раз мы с тобой закончили это задание, поэтому забираем награды. И нам нужно пройти всего лишь серию испытаний. Давай быстренько пробежимся. Так, ребят, ну меня, конечно, такой расклад не устраивает. Мы с вами улетели на Лигу Сёгунов 3 звезды. Ну, я уж думал, хотя бы в Сёгунах останемся, да? А нас в самураи забросили. Так, ладно. Сейчас мы попробуем с тобой. Да, к северу Монтусу крышка. Ну, а этих мы с тобой быстренько сейчас уничтожим. Поехали. Ну, давайте, господи. Ну, что вы смотрите на них, любуетесь? На этих стрелозадов. Так, а здесь, наверное, достаточно будет либо вертушки, либо удара армагоном, валуном. Ага. Ну-ка, бросает когти. Отлично. Так, крип. Я думаю, что он не жилец. Дальше идет училка. Так, этот отдуплился и змейка вью. Все, друзья мои, прошли. Ну что, забираем с тобой награды все. И идем, естественно, сразу же на арену. Так, давай, давай, быстрее, быстрее прокручивайся здесь. И нечего нас, как говорится, здесь задерживать. Раз, два. Ну что, друзья мои, 42-й ранг, как ты видишь. Нам нужно с тобой, ну, сегодня сделать, опять же, типа мини-буста. Потому что нормальный буст у нас был в понедельник, да? Теперь уже такой мини. Просто мы хотим вернуть то, что у нас было, но отняли. Так, 49-я, 51-я позиция. Для этого я, наверное, возьму здесь змейковьюна. Недостаточно будет, да? Недостаточно. Тогда давай возьмем, наверное, зэка. Так, карайка, подожди, зэка возьмем с тобой. И нейтрализатор, да. Я думаю, что этих ребят нам с тобой за глаза. Хотя, не так мы будем делать. Что-то я опять чуть не намудрил, друзья мои, ерунды всякой. Мы же как обычно делали с вами? Брали одного имбового персонажа. С ним в компанию мы набирали самых простеньких, да, легеньких и непрокачанных наших героев. И за счет этого проходили. Я чуть было сейчас не изменил сам себе именно в тактике. Так что, друзья мои, будем так и делать. Рванем. Сегодня у нас еще серия испытаний. Точнее, даже не серия испытаний, а что у нас там вообще по прохождению события. Дай-ка я гляну, что у нас осталось.
Живи долго и играючи, да, вот это я понимаю, ребята. Здесь нам нужно и кожеголовый, и Донателло, и майки. И, конечно же, по-моему, Лео. Но это все будет потом. Здесь-то мы с тобой прошли, да? Ну да, сколько мы могли, столько прошли. Остальное мы просто не стали с тобой добивать, потому что, ну, в этом не было надобности. Так, ладно, идем с тобой опять же на арену. 36 откатов у меня. Сегодня откаты я, наверное, тратить не буду. Не вижу я в этом надобности. Так, раз, два, три, четыре. Ну и хотелось бы, конечно, сегодня уже добраться до Лиги Мастеров. Ну, не знаю, как насчет двух звезд. Ну, хотя бы зайти вообще в эту лигу. Все, замечательно. Супер Шреддер сделал. И мы с тобой двигаемся дальше. Давай, 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 быстрее прокручивайся. Не томи, как говорится, ни меня, ни моих зрителей. Ну что, мы вернулись с тобой в Лигу Сёгунов. Это уже хороший знак. И дальше все зависит от того, как у нас будет происходить накопление наших кубков, да? И какие нам будут с тобой доставаться противники. В данный момент я хочу найти 16-20, но, судя по всему, этого не будет. Они не хотят мне давать 16-20. Ладно, возьмем с тобой Эльдара. Армагон, пошли. Сейчас будем с тобой, как говорится, наказывать наших вражин. Поехали. Ну, ни для никого не секрет, да, ребят, что здесь достаточно будет одного валуна, и эти ханурики просто рассыпятся. Если ты не веришь, то любуйся сам. Ему это просто по зубам. Вот и все. Как говорится, недолго музыка играла, да? Ну, а мы с тобой двигаемся далее. Посмотрим, с какого и на какое место мы с тобой переместимся. Было 84-е, становится 61-е. Я, если честно, думал, немножечко будет покруче. Но нет. Всего лишь 20 ступенек пролетели. Ну, я с этим, ребят, ничего сделать не могу, понимаешь? Это не от меня зависит. Так вот игра рассчитывает. Уж не знаю, какой там алгоритм у нее стоит. Ну, вот таким вот макаром. 20 ступенек, ладно. Сейчас, наверное, будем с тобой делать откаты. Кто-то из подписчиков написал: Рэй, а почему ты не используешь Леонардо, если ты прокачал ему до 7 ступени суперудар? Я отвечаю, ребят, я бы с превеликим удовольствием прокачал бы этот суперудар Армагону, но на тот момент у меня не хватало некоторых элементов. А на Леонардо как раз было, поэтому я ему и прокачал. Даже я бы прокачал и на Усаги, если бы было бы. Но видишь как, не вышло. Поэтому я вот сделал такой выбор. Ну что, 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 во, 15-20, отлично. Возвращаем с тобой Армагона и берем. Блин, это мы еще 40-е уровни не отыграли, да? Нет, с одной стороны, это хорошо. Как говорится, чем больше у нас с тобой запас наших бойцов, тем больше мы с тобой сможем провести боев. А чем больше боев, тем, естественно, больше и кубков. Замечательно. А чем больше кубков, тем, как говорится, выше по рейтингу мы с тобой поднимемся. Соответственно, выше ранг получим. Так, ну что, сёгуны, нет, 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 нет. Еще пока, вот после этого боя мы с тобой вернемся в Лигу Сёгунов 2 звезды. Так, давай-ка мне 15-20, не надо вот сейчас выкаблучиваться. Уже был, вот, спасибо. Что-то, ребят, сегодня какой-то я импульсивный, так скажем. Ну, правильно, сегодня была медицинская комиссия. Если бы вы увидели, сколько там было криков и ору в этих очередях. Эх, не завидую. Хотя, кому я объясняю, вам, наверное, это не понять. Потому что многие, наверное, из вас еще даже и не работают. Так, ладно, поехали. Тыдич, вот и все. Накрыли медным газом. Бред получается. Медной трубой. Вообще не в рифму. Что со мной, не знаю, ребят. Ладно. Лига Сёгунов 2 звезды, 92-я позиция. В общем, 9 боев нам нужно. Почему 9? Вот скажи мне, почему 9 боев, когда может быть всего лишь 5 надо будет? А вот это мы с тобой как раз и проверим. Так, Бакстер, ты пока не лезь не в свою копилочку. Тут Армагоша у нас будет неплохо себя проявлять. Не то, что неплохо, а вообще изумительно. Естественно, хотелось бы, ребят, попасть, как я уже говорил, в Лигу Мастеров.
Слушай, ну что-то мне подсказывает, мы, наверное, приблизимся. Ну, по крайней мере, одну финала, да? Одну четверть финала мы с тобой пройдем. То есть мы окажемся в Лиге Мастеров. Может быть, только-только дойдем или приблизимся, но... Что это за сериал? Ты видел, да? Когда проматывалось, ребята, ступени пролетали. У меня почему-то вместо моей фотографии было какое-то сердечко. Интересно, девки пляшут, да? Слушай, ну мы уже с тобой перешли на полтинники. То есть нам надо будет отыграть полтинники, потом 60-й уровень. А потом резко вместо 60-х у нас почему-то идут 80-е. То есть 70-х практически вообще нету. А знаешь, почему их нету? Потому что есть определенные грани. Тут есть 50 уровень и 80-й. Это как бы основные точки. Вот. А 70-й, ну, мы обычно не доходим до таких прокачек. И если уже где-то 70-й есть, то мы с тобой уже начинаем его прокачивать все дальше, дальше и дальше. Так, 16-21. Это у нас Илья. Ну, давай я возьму, хорошо, уговорил. Возьму Супер Шреддер. Все равно, как говорится, тратим откаты. Интересно, Супер Шреддер здесь справится один? Да, по идее, что ему на сотовый уровень, да? Порвет как щеглов здесь. Разорвет на маленькие тряпочки, давай проверим. Сейчас бац и обделался. Нет. Супер Шреддер это тебе не Джастин. Он не может обделаться. Он все будет делать четенько. Так, ладно. Идем дальше и смотрим, куда мы с тобой попадаем. 30-я позиция, да? Ух ты, 29-я. Ну что же, шикарно. Шикарно мы с тобой идем. Брэндон, Ян. Давай я Ян возьму. Вот такая вот симпатия к девушкам у меня. Давай. Раз, два, три, четыре. Все, окей. Погнали. Погнали. И здесь у нас... Ага. Два бибопчика. Рафаэль плюс Сплинтер. И как ты... Ну, видишь, ребята, если бы не постепенный урон, этот бы выжил Ханурик. Именно бибопчик. Он бы мог потом, естественно, сделать кому-нибудь удар. Вальнуть сразу же, конечно, вряд ли вальнул бы, но очень сильно бы припечатал бы. Так что погнали дальше. Ё-моё, совсем чуть-чуть остается, и мы с тобой уже в Лиге Сёгунов 3 звезды. А там уже, как говорится, и до мастера рукой подать. Матвей. Ну что же, Матвей, давай. Держись там, как говорится, бодрей. Не паникуй, все будет чики-пуки. Сейчас мы тебе тут пропишем хороших звездюлей, и все будет замечательно. Давай, Армагоша, не подведи меня. Нет, Армагоша не подводит, ребят. Вот сколько я уже играю, именно его беру в основной состав, я не помню, чтобы он меня где-то подводил. Не припомню. Так, ну что, мы с тобой уже в Лиге Сёгунов 3 звезды. Очень шикарная, 86-я позиция. То есть начинается самое интересное. Вон опять Ян. Или Йен. Йен, наверное, да? Давай возьмем с тобой Усаги. Причем я вот заметил, что у вас есть тоже свои любимчики. Кому-то нравится Леонардо, кому-то нравится Усаги. Кто-то обожает Супер Шреддера, а кому-то нравится Армагон. И это даже не потому, что он сам по себе такой персонаж, а вот действительно у вас как бы есть симпатия. Ну, нравится вам, да, персонаж определенный. И ничего в этом плохого нет, поверь мне. Это, наоборот, даже хорошо, что когда персонаж нравится, несмотря на то, что он не такой сильный, как остальные, как бы... Я выбираю, ребят, тоже не по силе. Ну, вот в данный момент, почему я выбрал Армагона? Он мне нравится, и у него очень быстро идет анимация боя. Вот, наверное, вот это сыграло, как говорится, больше мое внимание к нему, чем к остальным персонажам. Хотя, ты знаешь, все у нас изменчиво. Никогда не бывает чего-то постоянного, особенно у меня. Сейчас мне нравится этот. Прокачаем кроликов, мне начнут, например, нравиться кролики, потому что они будут очень быстро уничтожать нашего противника, и мы с тобой еще быстрее будем проходить эти бои. Потому что основная задача у нас вот в последнее время, да, это идет чисто фарм лиги. Почему лиги, ребята? Нам нужно с вами подняться в топчик, на нем задержаться. Все это делается для платиновых осколков. Платиновые осколки нам нужны для чего? Для того, чтобы прокачивать определенного персонажа в платиновый ранг. То есть
прокачать его по максимуму. Но на этом как бы не заканчивается, да, наша эпопея. После того, как мы его прокачаем, максимальный уровень, максимальный ранг, нам надо что? Правильно, нам нужно прокачать ему максимально скиллы. А вот здесь вот самая большая проблема. Потому что эти эмблемы очень тяжело набивать. Ты спросишь, почему их тяжело набивать? Я тебе отвечу. На этих испытаниях тебе не дают ту команду, которую я хочу. Если бы я выбирал бы там свою команду сам и ей бы играл, мы бы уже давным-давно бы прокачали многих наших персонажей. Все скиллы там до седьмой ступени, да? Здесь немножко по-другому. На этих событиях дают персонажей и, как всегда, самых-самых слабых. И, соответственно, ты там не можешь пройти все эти три ступени, все эти три испытания, и, соответственно, у тебя, как тебе сказать, ущемленный такой вот выбор, да, правильно сказал, ущемленный выбор, где можно пофармить. Если бы мы проходили с тобой все, мы бы, во-первых, забирали бы по три награды, да, за каждое испытание, по три награды. И плюс ко всему прочему, мы могли бы с тобой фармить. Вот. Ну, я тебе еще раз повторю, сейчас основная задача это наша. Прокачать, блин, я не знаю, сколько у нас еще у меня уйдет лет на то, чтобы прокачать всех в платиновый ранг. Я даже ума не приложу. Я знаю, что это будет очень долго, потому что мы подсчитывали с тобой, да? Что буквально нам нужно только лишь месяц, один месяц потратить, даже месяц небольшим, для того, чтобы получить одного платинового бойца. Это очень, ребят, долго. Это очень-очень долго. Поэтому за дело этой игры, если вот такими темпами будет, я боюсь, еще на года три. Это в лучшем случае. Мне кажется, наверное, игру быстрее закроют, чем я прокачаю своих персонажей по фулке. Кстати, тут недавно мне писали в комментариях, что... Вперед на зомби-войну. Все, наверное, знают, да, эту игру. Все очень слезно просят, чтобы я в нее вернулся и начал играть. Это там, где у нас пиксельная игра, где группа спецназовцев воюет против зомби. И игра пиксельная. Так вот, мне тут, не знаю, фейк, не фейк, написали, что скоро появится девятая зона и появятся два новых юнита. Я не знаю, ребята, чем это, как говорится, подстегнуть. Ну, как бы, правда это или неправда. Ну, меня спросили, буду ли я тогда играть. Я ответил, конечно, буду. Если вы сделаете, например, если сделают в игре 9 уровень и новых бойцов, я, естественно, вернусь. Правда, есть одно маленькое но. После того, как у меня слетели все мои эмуляторы, я уже вам объяснял, да, все три штуки, и те игры, в которых можно было восстановить прогресс, я восстановил. А были такие игры, в которых нельзя было восстановить прогресс. Это лесорубы накрылись у меня. У меня накрылись Angry Birds Epic. Что там? Ой, ребят, там столько много игр у меня полетело. Stickman этот, Stickwar Legacy тоже исчезла, я не смог восстановить прогресс. И таких очень много. SWAT 2. Точнее, не SWAT, а Swamp Attack 2. Ну, болотная атака. Тоже, ребята, прогресс улетел. И к тому же я не могу теперь не скачать эту игру. Вообще ее не нахожу. Вообще. Как бы для меня это немножко, ну, как тебе сказать, в диковину, чтобы я и не нашел игру, которая мне нужна. Ну, не считая того, конечно, что можно скачать APK файл. Ну, как бы, АПК это АПК, это совсем не то. Так что, друзья мои, если вы ждете там какие-то определенные игры... А, также у меня еще слетело этот Zombie Forest HD. Все, наверное, помнят, да? И также у меня слетел прогресс на игре 200 дней зомби-апокалипсиса. Да? Вы думаете, мне не обидно? Конечно, обидно, ребят. Ну, сделать я ничего не могу. Вот они канули в лето, и все. Потому что у них не было защиты, точнее, как-то сохранения в Google Play, у этих игр не было. И также не были они прикреплены к Facebook, к аккаунту основному. Поэтому вот такая вот дилемма и получается. Так что можно как бы и не ждать этих игр уже на моем канале.
Мы будем с тобой либо играть вот эти, которые остались, либо искать что-то новенькое, подходящее для нас. И продолжим. Тут, кстати, многие писали, чтобы я поиграл в игру, как это там называется, Роялити, если я не ошибаюсь. Типа клон. Он идет клон этого Hustle Castle, только с трехмерной графикой. Ну, я так понимаю, это псевдо, наверное, трехмерная графика. И как бы, я не знаю, ребята, мне хватило в свое время просто Hustle Castle и искать, точнее, даже не искать, а играть что-то наподобие. Не знаю. Понимаешь, они все начинают вот эти новые проекты скромно, как говорится, да, честно. А после того, как они наберут клиентуру, у них начинается вот эта вот жадность, донаты непомерные и тому подобное. Так что, не знаю, ребят, если, конечно, большая часть, половина моих подписчиков захочет, чтобы я начал эту игру, то пишите в комменты. Тогда мы глянем, посмотрим, что она себе представляет, оценим. Ну, я думаю, что уже есть, наверное, ребята, которые в нее играют. Даже, по-моему, я видел одну серию у Игробума, у Ильи. По-моему, он начинал в нее играть. Так что, ребятушки, вы пишите, если что. Буду ждать, как говорится, ваших комментариев. Ну, а у нас с тобой последний поединок на арене. В Лигу Мастеров, я так понимаю, фигушки, да, я зайду? Я, честно говоря, даже не смотрел, где мы сейчас с тобой находимся. Заговорился, как говорится. Так, идеальная победа. И сейчас мы с тобой как раз и глянем, где я вообще нахожусь. Может быть, все-таки уже... Ну-ка. А, так я уже в лиге... Ё-моё, ничего себе, ребята, я заговорился. Мы уже почти в Лиге Мастеров 2 звезды. Ага, так, ну что. Великолепно. Я еще раз говорю, когда я погружаюсь в какие-то свои мысли, что-то там говорю, за процессом практически не наблюдаю, ребят. Все идет у меня на автомате. Так, здесь, короче, мы с тобой... Лига Мастеров, одна звезда, ранг 15. Это неплохой, кстати, результат. Завтра мы с тобой добьем, наверное, топчик. Наверное. Если не скинут очень сильно вниз. И переходим с тобой. Живи долго и играюще. Еще раз повторяю, ребята, здесь нам нужен Леонардо. Здесь нам нужен Донателло, Кожеголовый, и хочу посмотреть, кого нам здесь дадут. Опачки, друзья мои. На это я даже и не рассчитывал. Здесь мне дали всех моих супер элитных бойцов. А это говорит только об одном. Что мы его пройдем, это испытание, полностью. Причем шутя, без напряга. Ну что, о чем бы еще поговорить? О чем бы еще поговорить, ребята? В последнее время, ну, не то, что в последнее время, а вы, наверное, заметили, да, немножко стало поменьше видосиков выходить на основном моем канале, да? Но это связано, ребят, не то, что там лень или неохота. Просто элементарно нет времени. Вот элементарно нету времени, ребят. Сейчас какие-то подготовки, что-то там лето шуршит. Туда сходить, сюда сходить, там сделай, там доделай. И как это вялость, надо постоянно как-то, хочется отдохнуть, поспать. Плюс на втором канале кто-то говорил: Рэй, забрасывай свой второй канал и, типа, не делай там контент, потому что, типа, он не приносит тебе ни зрителей, ничего. Ребят, я вам скажу следующее. Дело не в том, что я гонюсь за зрителями или еще что-нибудь. Я гонюсь, ну, не то, что гонюсь, а мне нужен тот канал, потому что именно на нем я играю компьютерные игры. Если здесь канал посвящен у нас Android играм, да, то есть мобильным, там еще каким-нибудь, то на втором канале у меня именно идет про игры на ПК. На ПК, на консоли, поэтому мне как бы именно там нравится выкладывать свои вот эти видосы. И еще не забывай, что есть третий канал, да, но он посвящен больше играм там такие, где гонки, догонялки, вот такая вот всякая. Короче, обособленный контент. Ну, там очень мало видосиков, и, честно сказать, пока даже некогда им заниматься. Вот серьезно говорю. Я не знаю, как некоторые люди там по 5-6 каналов ведут. Но если только не работают, и... Только если так, а у меня, видишь, у меня не получается. Так, ну что, давай мы с тобой сейчас здесь допройдем. Сегодня, наверное, мы еще сыграем, я надеюсь, успеем поиграть в Драконы Всадники Олуха, да? Плюс, хотелось бы сегодня, наверное, сыграть
в ПВЗ герои, может быть, даже в ПВЗ 2. Посмотрим там, как у нас получится. Плюс на втором канале сегодня, наверное, выйдет продолжение Warpips. Мы будем мстить. Мы будем мстить жестоко. И я специально, ребят, за кадром дошел до того момента, где нас развалили. Ну, если кто не знает, заходи на 40 канал и посмотри, как меня там стерли с лица земли эти вражины. Короче, я за кадром дошел. Естественно, первая попытка, как ты понимаешь, была пробная, да? Со второй попытки у меня все намного лучше получилось. У меня больше юнитов, больше денег, больше прокачки, больше всего вообще. Так что сегодня попробуем, наверное, отомстить. Плюс ко всему, камни войны. Наверное, будет очередная серия. Ближе к ночи, наверное, будет снято у нас Dead Age 2. И, не знаю, ребята, хочу приступить проходить игру Челюсти. Ну, все, наверное, знают, да, это игра какого? Прошлого года, по-моему. Миниэтер называется. И вот, наверное, буду ее снимать. Она что-то типа как Голодные акулы, да? Только на ПК игруха эта. Так, ну что, давай, кожеголовый, выходи. Такой деловой думает. Все, тебе можно. Да вот дудки, парень, дудки. Сейчас тебя быстро тут, правильно, Армгоша, всыпь ему. Вот, отличненько. Ребята, если вы знаете какие-то новые проекты, хорошие проекты на Android, которые у нас уже вышли, потому что я как бы не успеваю следить за новинками, вы пишите мне в комментах. Если кто-то думает, что я читаю просто комментарии и ставлю сердечки, это не означает о том, что, ребят, я как делаю это на автомате. Нет, я читаю, может быть, на некоторые не отвечаю, потому что, ну, нет элементарно даже времени. Но прочитываю я абсолютно все комменты. Если я какие-то пропускаю, то это не из-за того, что я не хочу, а может быть, просто не успел или не дошел по списку, потому что комментариев очень много. Так что, друзья мои, как-то так, вкратце. Да еще все не могу никак, хотел же Mortal Kombat проходить на ПК, да, на втором канале своем. Начиная с 10 части, 10, 11, и все, ребят, никак не могу добраться до этого, серьезно говорю. Планов вообще много, на самом деле. Планов, как бы, но как это все, как это, вот как это все успеть в короткие промежутки времени, я не знаю, друзья. Отпуск, как ты знаешь, я уже свой отгулял. Поэтому теперь полтора года без отпуска. Я чекалдыкнусь, если честно, полтора года без отпуска. Мне уже, если честно, охота в отпуск. Куда-нибудь на море понежиться в лучах солнца, да? Но не судьба пока. Так, ну что, у нас тут осталось всего лишь 3 эпизода. Я этому очень рад. Давай, интересно, сегодня у нас будет какое-нибудь событие в всадниках Дракона Олуха или нет? Потому что я уже давно, сколько мы, ребята, наверное, неделю, да, без какого-либо события. Да и хотелось бы эти флаги набрать, чтобы открыть себе еще одного легендарного дракона. Ну ничего, все образумится. Тут иногда думал, может быть, поиграть в этот, в Юрский парк. От компании этой же Людия, или как ее? Лидия. А потом как вспомню, сколько там всего. Нет, ну в принципе, ребят, поиграть можно было бы в нее на самом-то деле. Но я боюсь, мы тогда зависим. У нас будут основные три игры. Это Черепашки, Всадники и Юрский. Просто элементарно. Даже хотя бы, если ты в день будешь по одной серии выпускать, оно отнимет у тебя, ну, достаточно количество времени. Понимаешь, да? Я же не весь день трачу на это все, а кусочками. Вот. Иногда просто снимаешь очень много видиков, например, там, за неделю, а выкладываешь их уже потом. Поэтому некоторые удивляются, как ты так много видосов делаешь в день. Нет, ребята, не в день. В день ты делаешь там 2-3 видосика, просто ты их не выкладываешь, а у тебя находится определенный день свободный. И именно в этот день ты выкладываешь все свои заготовки. Поэтому и получается так много. Так, ну что у нас тут? Вторая волна. Тут, как ты понимаешь, все вообще изи. Просто мои ребята их крошат в щепки, не напрягаясь. И мне это нравится.
Мне это нравится. И мы посмотрим с тобой, кстати, кого здесь можно будет фармить. Так. Ну давай, Усаги, что ты там долго так тютюкаешься с ним? Я обожаю, когда они могут ходить по два раза. Так, это у нас предпоследняя волна. Может быть, сегодня, кстати, еще поиграем в Tower Conquest. Но обещать не буду, ребят. Потому что планов, я еще раз говорю, много, а времени мало. Так, ага, Рафаэль сделал себе месть. Ха, наш Усаги тоже молодец, красавчик. Так, это какой у нас? Три укуса будет сейчас, да? Да, Донни порвали. Лео, зачем ты вот это делаешь? Я сколько раз поражаюсь. Остается один персонаж, и они начинают свои суператаки делать. А тут как раз и кожеголовы. Вот здесь бы пригодились бы наши массовые атаки. Потому что они самые мощные. Так, ну что, давай. Посмотрим. Ага, ответку Рафаэль делает. Месть. Плюс вертушка. Это он, кстати, хорошо, ребят, придумал. А, мы заблокировали способность ему. Тьфу ты, все. Порвали мы этого сосунка. Ну что же, и мы с тобой двигаемся дальше. Двигаемся дальше, это у нас, по-моему, если не ошибаюсь, последнее событие, последнее испытание будет, да? Которое мы тоже пройдем, наверное, с полточка. Донателло, да? Ролевой, две ДНК и теперь кожеголовый. Поехали. Кстати, вот именно последний этап, вот этот, можно фармить. Почему, ребят? Потому что здесь можно вытянуть кожеголового. А как все знают, что кожеголового я хочу, естественно, прапать, прокачать. Пускай он будет у нас 5 звезд. Я вообще хочу, чтобы вот все основные персонажи у меня были прокачаны до 5 звезд. Почему? Потому что нам с тобой не придется больше искать и бегать за этими ДНК. Наша основная задача останется — это чисто арена. И вот уже на арене, когда она останется одна, мы будем с вами проходить составы от подписчиков. Только после этого, ребят, когда у нас все персонажи будут иметь 5 звезд, только в этом случае есть смысл делать составы. Потому что если вы сейчас пишете свои составы, там, сделать того-то или сделать того-то, я еще раз тебе объясняю. Если, например, у меня здесь супер шреддер 100 уровня, а ты просишь, например, там, ну, грубо говоря, там, Кирби или еще какого-нибудь персонажа, который 50 уровня, и я буду их на арене юзать, то Армагон, например, или супер шреддер, да, они останутся в живых, потому что они смогут справиться со своей поставленной задачей. А тот же самый Кирби или там кто бы ни был, его быстро распетрушат. Почему? Потому что он слабый, понимаешь? И вот нужно, чтобы хотя бы все персонажи имели 5 звезд. А если он имеет 5 звезд, соответственно, он может быть прокачан до 80 уровня. Или, по-моему, даже... Чтобы до 100, нам нужно, по-моему, платиновый ранг иметь, да? По-моему, да. Так, тихо, 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 подожди, подожди, родной. Ты что-то тут разбуянился, я заговорился, а он этим моментом воспользовался. Ты видишь, что творит? Эй! Так, друзья мои, тут дело дрянь. Попробуем блокирнуть. Окей. Так, Супер Шреддер, давай свои эти шипы-клинки. Красавец ты наш. И добивка тройным укусом. Будь добр, Армагон, сделай такое нам счастье. Спасибо тебе большое. Великолепно прошли события. Леонардо, конечно, я не ожидал, что кожеголовый так быстро ушатает Лео. Ну, благо, что он хотя бы не упал, не погиб. И на этом спасибо. Ну, а мы с тобой получаем 2 ДНК на кожеголового. Так, и сейчас я зайду в список, хочу посмотреть кое-что. Так, сколько нам надо на кожеголового ДНК? Слушай, ну у него 69. В принципе, немного. В принципе, немного, да, получается. Это 21 на данный момент. Какой 21? Сейчас вообще 11. Сейчас 11 нужно ДНК. 11 ДНК, тут 4 ДНК. Так, секундочку, у нас сколько с тобой? 23 сыра. Да, давай мы с тобой, наверное, попробуем крутануть.
сколько? Один раз у нас получится, да? Да ё-моё, ну что это? Два раза. Спасибо большое, игра. Удружила, взяла мне два осколка, сунула. Так, мне еще энергию нужно будет набить. 5 откатов, 10 откатов получить. Так, ну что, дорогие друзья, давайте мы, наверное, с вами уже на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!